Друзья, всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на канале Клумба. Сегодня хочу вам показать, я это сама буду делать впервые вместе с вами, как я буду садить фрагменты листа. Вот хочу взять фрагмент листа вот от этой глоксинии. Посмотрите, какой симпатичный, крупный, красивый цветочек. И вот один листик хочу взять от этой глоксинии. Это все глоксинии Avanti F1. Была у меня смесь. Вот такая вот красота. Говорят, от фрагмента листа очень быстро идут детки. Посмотрим, как это будет получаться у меня. Срезать нужно молодой, красивый, вернее, ну не то что красивый, а такой крепкий лист. Вот я для этого взяла лезвие. И вообще всю эту процедуру буду проводить лезвием. Надо так, чтобы вот так вот раз и все. Чтобы лист сам, когда мы будем его разрезать на фрагменты, не приминался, а ровно резался. Итак, еще раз повторюсь, лист должен быть молодой, крепкий, здоровый. Взяла я досточку, взяла также это лезвие и будем оставлять по два, ну, по две прожилки. Ну, как я буду резать? Положила на досточку и острым лезвием прорезаю вот так, сперва верхушку. Вот, отрезали верхушку. Здесь получилась одна, вторая прожилка. Две прожилки. Дальше. От середины режем вот так вот. Тоже две прожилки. Они отсоединились сразу. Ну, я разрезаю это все напополам, вот так. Можно взять также ножик, но так острый, только очень острый. Вот две прожилки. И вот получается одна-две прожилки. Дальше беру тоже с этой стороны. С другой стороны вот так вот обрезаю. И тоже делю напополам по две прожилки. Так, вот эти фрагменты у нас. Садить мы будем. Вот это у нас край листа. Чтобы обязательно не перепутать. Вот этими прожилочками в землю. Вот край листа. Прожилками вниз в землю. Теперь здесь тоже можно. Можно посадить просто вот так вот вниз. И вот этот вот черенок тоже попробую посадить. Только обрежу его немножко покороче. Вот. Вот такие фрагменты у меня получились. Разрезаем вдоль по прожилочкам. Вот. Край листа двумя прожилками вниз, в грунт вернее. Для этого я приготовила вот такие плашечки.
три одинаковые плашки. Для чего они? Один будет служить поддоном, куда будет стекать водичка лишняя, когда мы будем поливать. Вторую плашку сделала дырочки, именно куда я буду сажать грунт, насыпать. И еще одна точно такая плашечка буду вот так накрывать, чтобы была тепличка. Насыпала грунт, хорошо его увлажнила. И теперь будем делать посадку. Беру наш фрагмент и аккуратненько его, можно даже чем-то немножко делать бороздку и садить, так чтобы наш наш фрагмент листочка вот так вот стал грунт. Дальше желательно, конечно, садить так, чтобы было небольшое расстояние между этими фрагментами. Вот, делаю бороздку и вставляю сюда фрагмент. Чтобы не затеняли наши будущие росточки друг друга, потому что листочки, росточки, всему, но это как получается, смотря какой лист. Есть лист побольше, есть лист поменьше, поэтому фрагменты могут быть как бы побольше, поменьше, и размер самого этого плашки может быть тоже разный. Можно взять пошире. Вот так вот. Только главное обязательно правильно посадить верх листа, а мы садим вот этим вот срезом. И ставлю, конечно, пока под подсветку, так как еще у нас хмуро на улице, света мало. С окна он, конечно, есть, но его, как бы я считаю, пусть будет пока под подсветкой. На расстояние поставлю 15 сантиметров от лампы. Вот таким образом посадила фрагменты. Теперь беру такую же плашечку и аккуратно и накрываю. Можно даже скотчем вот так с одной стороны, чтобы она вот так вот открывалась. Когда надо полить, когда надо убрать. Можно просто накрыть и чтоб стояла. Посматривать, поливать. На сегодня все. На этом буду заканчивать. Всего вам хорошего. До новых встреч. Продолжение следует. Всем пока-пока.